Представленный в этом рецепте горчичный соус для селедки выступает в роли маринада. Благодаря такому соусу рыбка получится удивительно ароматной. Даже для праздничного стола это идеальный вариант. Если вы хотите удивить гостей потрясающей закуской, тогда советую обратить внимание на этот рецепт. Горчичный соус для селедки – одно из лучших кулинарных изобретений человечества. Под таким маринадом любая рыбка получится удивительно вкусной, и особенно это касается сельди. Маринуется селедка в таком соусе минимум 3-4 часа, а в идеале – ночь. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Итак, первым делом нам нужно взять глубокую емкость и высыпать в нее сахар. Все ингредиенты можно смешивать на глаз. Основа маринада – уксус и сахар. 2. Добавляем пакетик готовой горчицы, примерно 100 г. 3. Добавляем уксус и начинаем замешивать соус. 4. Добавляем растительное масло и продолжаем замешивать. Масло должно быть обязательно рафинированным. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. 5. Поскольку наш соус получается густым, я добавляю в него немного воды. 6. Перемешиваем все до однородного состояния. Даем соусу постоять минут 15, а тем временем подготовьте сельдь. 7. На селедку я обычно выкладываю нарезанный кольцами или полукольцами лук, поливаю все соусом. 8. В таком маринаде селедочка должна постоять около 3-4 часов, лучше всего оставить ее на ночь в холодильнике. 9. Нарежьте черный хлебушек, положите на него селедочку и сверху лук с получившимся соусом. Поверьте, это настоящий гастрономический шедевр. Жду ваших лайков и комментариев. Нам понадобится: сахар 4 столовые ложки, уксус 100 грамм, горчица 100 грамм, растительное масло 200 грамм, количество порций 1. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока!